Малика еще не может поверить, что их семья обрела собственное жилье. Документы на четырехкомнатную квартиру в многоэтажном доме по улице Каратюбинское шоссе оформляются. Будут готовы через несколько дней. Дом не новый, отопительная система изношена, в кухне нет газовой плиты. Но это не пугает многодетную маму. Будущая хозяйка говорит, главное, что дом будет просторным. Я не могу передать свои чувства. И все это наш дом. Конечно, необходим ремонт, но мы уже сами потихонечку будем делать. Руки есть. Ведь самое главное, что у нас теперь есть свое жилье. Крыша над головой. Благодаря предпринимательнице из Алматы и телеканалу ОТРАР. Ведь все началось с репортажа о нашей семье. Спасибо. Семья Елиовых в съемной квартире по улице Алатау проведут последнюю ночь, а уже завтра переедут в свое жилье. Неравнодушных людей, которые протянули руку помощи семье Елиовых, было много. Буквально накануне были люди из Астаны. Они готовы оплатить лечение детей. Огромное спасибо доброй женщине из Алматы, которая попросила даже не называть ее имени. Она помогла купить квартиру. О семье женщина узнала на сайте Утрар.кз. Спасибо коллективу и руководству медиахолдинга. Если бы не вы, может быть, этого счастья и не было бы. Спасибо всем. Здоровья вам и семейного благополучия. Старший из детей Танирберген верит, что у них все будет хорошо, и уверен, что в новой квартире они будут счастливы. Он благодарен всем взрослым за заботу и поддержку. Шанар Уоразова, Ильдар Жунусканов, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Отрар».